О, нифига себе! Ле, братан, дальнобой. Ля, бля, ле, сука. Пушка, бля, ле, бля, тонированный нахуй. Заходим поворот, тоже, тоже, тоже. Оба, оба, оба. Хорош, 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 хорош. Офигеть! Всем привет, дорогие друзья, с вами Скрудж. Сегодня я играю в GTA 5 онлайн. Я уже купил себе вот такой вот 38-й бумер. Да-да, ребят, именно на него мы копили с вами столько серий. И теперь моя мечта наконец-таки сбылась. Так, я уже закупился снеками. Давайте откроем машину и сядем в нее, собственно говоря. Что мы сегодня с вами будем делать? Предлагаю сегодня заняться фармом. Я не знаю, попробуем найти какую-нибудь интересную работку, которая как раз будет к нам по душе. Выдвигаемся в сторону центра, посмотрим, может быть, там что-то будет интересно. Сейчас пообщаемся с чуваками и думаю, что все будет просто зашибись. Кому нравится формат, обязательно ставьте лайки, дорогие друзья, да и будет все круто. Едем по центру, в общем, может быть, сейчас заедем в банк как раз по пути. Так, какой-то перец здесь, все это дрифтует. Ты чё? О! Братан, это ты! О, здорово! Андрюха, здорово вообще! Братан, давай на обочину, давай. Давай, на обочину. Давай, 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 все. Как говорится. Во, вот сюда можно. Офигеть, говоря. Ты, слушай, нормально поднялся, я тебе говорю. Ничего себе, братан, чё, какими судьбами тут-то? Вообще нормально, слушай, ну потихонечку развиваюсь тут. Братан, смотрю, лысая голова, черный бимер. Все опа, дела, опа, да, кстати, банда GTX снова в сборе, дорогие друзья. Да, да, да. Ребят, ну что там, с вас по лайкосу за такую встречу, кстати, да. Привет моим подписчикам, кто здесь, если вы смотрите Скруджа, как говорится. Вот, ну, слушай, неплохо, мы яйцеголовые с тобой, двое из дворца, там. Короче, братух, о! Слушай, эти тачки, они ж плюс-минус в одном году были выпущены. Ну, вообще, это конкуренты, братан, как да, бы, да, сами да, по себе. Есть, по сути, 220-е это конкурент, ну, рестайловой бэхи, реально. Ну, у тебя дорестайл, но тем не менее. Да. Слушай, давай посоревнуемся, ряд испытаний проведем. Слушай, вот. Блин, я на сегодня отложу работу ради такого случая. Да, редкая встреча вообще, да, обязательно, натуре. Братан, погнали, давай. Братан, я даже тебе бабок сейчас дам, давай ты ее протюнишь, наверное, она же у тебя такая... нулевая, да, почти? Ну да, настоковая, еще окей, не успел накопить. Братан, ну погнали-то, протюнимся и на первое испытание. Да, гоу! Так, ну что, дорогие друзья, мы приехали в Los Santos Customs, теперь настало время тюнить мою тачку, по полной фаршировать ее. Да, братуха, давай полетел, и как только ты выйдешь, сразу включимся. Да-да-да, гоу-гоу-гоу! Ля, бля, ле, сука. Пушка, бля, ле, бля, тонированный нахуй. Итак, дорогие друзья, вот я уже протюнил свою тачку, поставил турбокит. Турбокит, да, новое двигло, вообще все-все-все ну, новое. Слушай, интересно, как сейчас будут они ехать, реально. Смотри, тут пацан какой-то. Да-да-да, вообще нормальный тип такой. Красавчик, красавчик, ушел, как ласточка. Ну че, братан, слушай, я предлагаю поехать на первое испытание драгрейсинга, гол на него. Вообще, гоу-гоу-гоу. Оба, братан, хорошо пошел. Давай, 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 братан. Чимс, нормально, нормально. Нормально, живой там, нет? Да, нормально, жив, давай, всё. Погнали, братуха. Итак, ребятули, мы уже приехали с вами на Drag Race. Андрюха, объясняй правила. Да-да-да, ребят, короче, у нас сегодня будет 5 испытаний, мы посмотрим, кто кого, тачки плюс-минус равные. Это первое испытание Drag Racing, потом у нас прыжок в длину, а потом, ребята, у нас спринтецкий, скорее всего. Ну, потом, не знаю, можем дерби замутить и у кого максимальная скорость. Да-да-да, вот, ребятули. Тоже на автостраде. Окей, пацаны, давай, раз, два, три. Гоу! Полетели. Братан, о, нифига, ну, слушай, нормально, нормально. Охренеть! Мари. Так, бумер рвет. А сколько у тебя по скорости, кстати? Сейчас скажу, 160, братан. Офигеть, у меня 150, братан. Так, а сейчас сколько у тебя? Гром гремит, земля трясется. Это бумер к нам несется. Да, да, да. 200, братан, 200 уже. У меня 170 километров в час. Все, 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 оттормаживаюсь. Да, 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 ну на спринте, может быть, я тебя уделаю, потому что, видишь, там скорость, может быть, не влияет особо. Ну, может быть, братан, 1-0 в мою пользу. Да, и гоу на следующее испытание. Гоу. Итак, ребята, это у нас прыжок в длину, Андрюха, отчитывай. Да, давай, раз, два, три, братуха, я полетел. Давай, давай, я за тобой. Слушай, ну сейчас будет максимально эффектно, я вообще, ребят, в другое место хотел поехать, Скруджа завести. Да, да, да. Опа, опа, по касательной. Опа, и тут, о, нифига себе. То есть ты лучше полетел, братан. Да, так, ребят.
Разбить бумер любой ценой просто. Братан, я дальше походу сморить чуть-чуть. Ну, буквально на метр, да, слушай, да, у меня... Да, в натуре сморить, пацаны, мы просто разложили эти тачки. Ну, конечно, по кайфу, чё. Да. Окей, слушай, мы сравнялись, счёт ещё интереснее становится. И да. Идём дальше. Счёт 1-1, гоу дальше. Это спринтецкие пацаны, сейчас мы начинаем, как да? говорится. Да, начинаем на счёт 3, Андрюха. Давай, раз, два, три, гоу. Полетели, да-да-да-да. Ну, блин, ну я не знаю, в принципе, тут сейчас чисто умение 100, водить в городе. 120, 130, да, 140. Да, всё, после листа обходишь, братан. Все, да. Обходишь. Ну, понимаешь, 5 литров бумер да, это... Да, нам налево получается. Во-в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 о
Слушай, так. Рвем просто. Да-да-да-да-да, братан, братан. Опа-опа, заходим поворот. Так, таксист какой-то гребаный, так, он стресс. Убер. Нифига, тут у тебя бэха бандитская. Все, бандитская бэха, так, да, прямиком. Прямо... Ты меня обходишь, смотри, вот прямая, это твой, как бы, это... Мой конечек. Да-да-да, тут хотел сказать, забыл слово. Так, здесь налево бочком. Дрифт, пацаны, главное нормально зайти. Так. О, братан, я как бы за тобой еду прям. Ну нормально, сейчас тапочку в пол нажму, не труку давай, и давай, все. Давай. Так, ребят, тут как бы прямая, я не знаю, конечно. Все, уже пошел отрываться. 200. Что по скорости? 205, 210. У меня 175, братан, 180. О, посмотри, челики на дороге бегают, нифига нормально, себе. Нормально, братан, а вот. Ой, я одного из них сбил. Хорош. Нормально, живем. Так, ребят. Пацаны, заходим поворот, так, отлично, дрифтуем. Братан, я упал на хвоста уже тебе, скажу так. Да ну. Смотри, я сзади. Офигеть, ты догоняешь. Так, напряженочка. Да. Так, 200 метров, нужно не провафлить поворот, заходим бочком. Да, заходим поворот, тоже. Оба, хорош. Офигеть, братан, смотри, насколько это потно, просто. Да, все. Это корпус гребаный, братан, ну все, ты заехал. Да, все, я первый. Да, окей. И чё, ребят, по баллам 2-1, да, 2-1 получается? В пользу Скруджа. Да, ребят, окей. Го буду наверстывать пусть. Да, давайте переходим дальше. Итак, ребят, это у нас испытание за одним ходом. Победит тот, у кого будет больше... Скорость получается. Большая скорость за одним ходом. Итак, поехали. Давай, раз, два. Три, го, полетели. Братан, ну я не знаю, может я задню... О! Чё, меня занесло, братан, очень жестко. Ну пацаны, чё тварь, а ну-ка, давай-ка еще раз, офигеть. Вообще. Давай, раз, два, три, го, да. Ну-ка, у тебя ну, вообще бешеная нахрен. Так, вторую сколько с хрустом. Еды? 90, братан, 90. Охренеть, у меня 50, то есть смотри, различия вроде не особо было. Вообще, да. А ща вообще просто бешеная так, различие. Так, управляем. Ну, так, я еду ну, 90... Чё? Существенный отрыв прямо от тебя, слушай. Офигеть, ну все, братан, тут как бы ты бесспорно победил. Да. 3-1, по-моему, да, по баллам? Да, у нас по баллам 3-1, ребят, вот так вот. Все, кто так. будет играть на этом проекте, покупайте 38-й бувер, ни в чем себе не отказывайте. В натуре, пацаны, цена-качество, ну а мы идем на последнее испытание. Да, go. Таких больше не делают, брат, вообще по кайфу. Yes. А, бля, там никого нет. Итак, дорогие друзья, это у нас последнее, пятое, крайнее испытание на максимальную скорость по шоссе. Да. Ну, походу, ты победишь. Давай, раз, два и три. Гоу! Полетели. Слушай, ну сейчас, знаешь, поток будет серьезный. О, смотри. Опа, Гранд Чероки. О, чё? Ну, сука, у меня только три манчука. Ты коммерс грёбаный, пошел в жопу. Лей! Он таранит, давай его. Офигеть контент. Вот он гнида. Поехали. Давай раздупляй коней. Нужно его наказать, пацаны. Понял, что он делал вообще? Вообще, слушай, я не знаю, я ехал, он как-то появился и просто на меня прям заскочил. Да, и лагал как-то жестко. Братан, там что-то тоже встречка, вижу, едет. Да, так, ну слушай, тем не менее, у меня 220 км в час скорость. 220, но у меня 185 последнее значение, 170. Опа, смотри, он остановился там. Я чуть не врезался. Ну-ка его в задницу давай, а приходуй, как говорится, надо. 240, братан. Нормально, у меня 195 с горочки, братан, больше не едет. Я понял тебя, слушай, ну четвертый балл тоже достается мне. Ну все, братан, наверное, стоит остановиться уже, как говорится, неплохо так показали эти тачки из себя. Вот такая серия получилась, дорогие друзья. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока. Всем пока, народ! Вууу!